что у вас за баночка на руке, спрашиваете меня. Ну, это вот от большой бутылки, или не помню, от какой баночки, делаешь вот такую дырку. Причем не такую уж большую, как вот я сделал. Надо ее поменьше, чтобы рука так вот плотно влезала. Вот так она влезает. И у вас на руке получается такая сборник. Я его называю сборник. В который ягоды кладешь вот как. Раз. Видите? Ягода сразу туда падает. Лишнего движения рукой не делаешь. Куда-то тянешься, к корзинке там или еще куда-то. А здесь, ну, я взял, видите, старую перчатку, чтобы тоже можно было рвать голые пальцы, дырявая перчатка. Поэтому они тоже чувствуют малинку, не раздавливают ее. Если просто простой перчаткой брать, то ты раздавливаешь малинку. А пальчиками чувствуешь, как на нее нажать. И тоже вот так собираешь. Потом я отнесу все это к корзинке, вывалю там уже в мешочек. А мешочки мы морозим. Мы все это кладем. Ну, поняли? Очень простая вещь, но много лет я уже с ней собираю. Видите, как быстро получается. Никаких лишних движений. У кого-то, может, другой есть способ, тоже эффективный. Покажите. Можно вот так прямо снимать над этим. Вот и все. И вся технология. Еще так можно собирать, кстати, любую ягоду. И смородина так хорошо собирается, и... Клубника, она низко, там не будешь таскать. А вот все висячие, они хорошо таким образом собираются. Все? Поняли? Приятного вам сбора. Здоровья всем, радости, ягод побольше. Аминь. Вот такая.